И последний враг человека, который мы не контролируем, это приходит в нашу жизнь с прошлой жизни, называется безумие. То есть люди рождаются со склонностями к психическим заболеваниям с самого детства. И причина влияния этого врага — это жестокие поступки в прошлых жизнях. Если человек рождается психически больным, умственно отсталым, это значит, он совершил какой-то жестокий поступок в прошлой жизни. Единственное, что ему может помочь, это любовь людей. И поэтому обычно таким людям даются родители, которые способны любить такого ребенка, даже несмотря на то, что он не как все. И если такой ребенок получает эту любовь этих родителей, его сердце оттаивает, он разрушает влияние вот этой жестокости в своем сердце через страдания, а родители получают огромную милость этого человека. Они получают благодать Божью за то, что они сделали.